Ну вот. Вечер перестал быть томным. Черный ворон. Судя по всему, девочка. Видите, у него правое крыло прострелено. Огнестрел. Весенняя охота. Кто-то перепутал ворона с черного ворона с уткой. Но пока Вероника там готовится. Хорошая птица. Красивая. Вряд ли мы ее сможем вернуть. Потому что простреленное крыло никогда так просто не проходит. Не было еще такого случая, чтобы мы смогли вернуть птицу с простреленным крылом. Давай, это самое, перекись, убирай со стола. И тряпочку. Вот Миша. Так, вот Миша, иди. Здесь же, да? Мы его решили забрать с улицы домой. Да, Миш? Его сегодня смотрел ветеринар. Сказал, что ему еще хорошо бы поколоть антибиотики. Вот завтра купим цистриаксон. Вот, видите? Вот оно. Пулевое отверстие. Дробью. Ну, судя по тому, что молчит, а не орет и не возмущается, это вполне вероятно девочка. Ну, пока. Ну, пока, да, определить сложно. Но вполне вероятно, что это именно девочка. Все, дальше я снимать не буду. Процесс это интимный. Все, всего доброго, до свидания.